Гуляя по лесу, мы часто встречаем различные норы. У людей любознательных, как моя дочь, возникает вопрос: а есть ли в этой норе кто-нибудь? И что скрывает эта нора? В ближайшие 2-3 минуты, друзья, мы проникнем с помощью видеокамеры и фотоловушки в эту нору, покажем вам скрытую жизнь ее обитателей, расскажу вам о зверьке, построившем эту нору, а также покажу хищника, в цепких лапах которого и оказался хозяин этой норы. Откровенно говоря, это местечко я приметил еще осенью, но вход в эту нору был скрыт под водой. И все же, поставив рядышком фотоловушку, мне удалось вычислить и заснять обитателя этой норы. Этот зверек, внешне похожий на бобра, но намного мельче, это андатра. Зверек, ранее живший только на территории Америки, Мексики, Аляски и завезенный на европейскую часть нашего континента лишь в начале 20 века. Этот зверек отличный пловец, способен плавать по направлению как вперед, так и назад. До 20 минут может находиться под водой, питается осокой, водными растениями и обустраивает вход в свое жилище именно из-под воды. Андатра обустраивает различные камеры, жилища на разных уровнях и соединяет их длинными коридорами. Вот сейчас мы с вами видим столовую, она устраивается практически на уровне воды, а дальше рядышком гнездовая камера, где андатра выращивает свое потомство. Но поднявшись вверх на косогор, я, друзья, обнаружил еще один вход. Длинный тоннель, ведущий вертикально вниз в просторные дополнительные залы, где, возможно, когда-то располагался приплод андатры. Этот длинный, ведущий наверх тоннель помогает вентилировать нору, ну а главное, это запасной выход, позволяющий в случае опасности андатре покинуть свою нору. Ну а чтобы узнать, что происходит в роскошных залах нашей андатры в ее отсутствие, я поставил сюда свою фотоловушку. Как говорится, кот из дома, мыши в пляс. И, естественно, первыми чудеса акробатики демонстрируют мыши. Вслед за ними появляется землеройка, родственник скорее ежей, чем мышей. Обратите внимание, какой специфический звук она издает. Но далеко не все посетители норы андатры так дружелюбны и милы, как землеройка. Многие хищники, такие как лисы, волки, куницы и даже енотовидные собаки, не прочь полакомиться андатрой. Этот острозубый лис-красавец регулярно наведывается в эту нору в поисках жертвы. И да и не только он. Вслед за ним появляются его попутчики, бандиты, енотовидные собаки, также частые гости этой норы. И мудрость, и глупость в конечном счете ведут к одному концу. И никакой запасной вход не помог нашей андатре выжить. На этих кадрах, снятых мною еще осенью, видно, как хищник утаскивает в зубах нашу андатру. На этом я прощаюсь с вами, друзья, и буду благодарен тем умным, мудрым людям, которые в комментариях помогут мне определить точное название этого хищника. Ждите новые видео с фотоловушки. Берегите лес!